Продолжаем наше с вами путешествие. Выживанием, конечно, это трудно назвать. Чисто в режиме по кайфу мы здесь путешествуем. И у нас с вами единственная проблема — это куда девать весь лут. Так что давайте забираем. Ага. Это что такое? Это волк? Ёб твою. Вот это мне уже не нравится. У меня такое чувство, что я захожу куда-то в долину волков. И вот это не может меня не огорчать, да? Волчья гора. Ага, мы с вами на Волчьей горе, ребят. Насколько я понял. И сейчас, наверное, налево мы должны будем с вами прийти в Пепельный каньон. Только есть проблемка. Есть проблемка. Ага, у меня есть файр. Придется, наверное, использовать файр, чтобы прийти этого волка, потому что по-другому, ну... Ну, никак. Реально никак. Что-то мне кажется, что это реально волчья долина. Либо я реально чего-то не понимаю. Во. По идее, факел нам должен будет помочь. И они не должны будут на нас нападать. Так, собрать. Все-все-все, тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо. Ты чего? Ага, мощный зайчик. Ау-ау-ау-ау. Так, что у нас здесь? Он на спину к нему не поворачивается. Мы можем пройти сюда? Нет, пройти сюда не можем. А тут? Тут тоже. Блин, я хотел бы тут бы зарисовать бы себе. А ты можешь дернуть отсюда, пожалуйста? Или не можешь? Ты можешь, пожалуйста, отсюда дернуть? Я хочу зарисовать. Так, интересно, успеем мы? Или это будет моя фатальная ошибка? Или это будет реально моя фатальная ошибка? Так. Здесь нужно будет березки взять. Что мне по поводу переносимого веса? Сколько? 33-35. Так, пилить. Хорошо. Блин, я могу, конечно, использовать файер и отпугнуть его. Но мне бы не хотелось бы тратить файер. Лучше на какого-то медведя, я думаю. Ага, здесь тупик, да, я так понимаю? Здесь, я так понимаю, это тупик. Так, собрать. Собрать щитаки. Да, это тупик, и это не может не расстраивать меня. Но зато теперь мы будем знать, что это тупик. Ладно, побежали. Побежали. Сейчас как раз сюда березки выложим с вами. Блин, гребаные волки. Как же они меня бесят. Где наши березки? Вот. Бросить, бросить. Все, пошлите. Кроликов, наверное, мы пока не трогать не будем. Что по поводу еды? Давай, наверное, картоху занимаем. Не пошлите, значит, в эту сторону. Идемте в эту сторону, значит. Только делаем вот так. Зарисовываем. Там у нас тупик. Все, я понял. Вот тут у нас с вами тупик. Плоды шиповника.
Интересно, а синий факел тоже их отпугивает, либо не? Или чисто красные? Так, зарисовать. Во-первых, я разгружу свой вес, потому что 1,5 килограмма я с собой ношу. Так, мне нужно будет с вами сделать такую вот штуку. После нанесения этой формы не будет отображаться на карте. Идти в обход, одежда, опасность. Ну, давай здесь помечу. Опасность, что нам нужно будет вот сюда идти. Что нас там будет ждать волки с вами. Ага, вот и конец фаеру. Так, давай смотреть. Ага, забраться. Блин, а я хочу полностью посмотреть эту карту и пройти по дороге. Все, тихо. Берем сразу руки факел. И вроде бы, если перед собой кинуть факел, то на тебя не должен будет нападать волк. Ну, это чисто должно так сработать. Я не знаю, как оно будет. Так, а ты кто? Не туда. Ага. Понял. Я думал, это еловые ветви, которые нам нужны будут. Угу. Ну вот и волки, да? Что-то мне реально кажется, что это волчья гора. Это не может не смущать меня. Так, ты кто? Кедровая ветвь. Транспорт. Так, надо теперь сзади смотреть в тачках, потому что я много тачек пропустил, когда на задних сиденьях что-то было. О, вот это вот хорошо. Вот это вот отлично. Фаер нам пригодится. Реально, фаер нам пригодится. Неужели это все тупик? И тут больше ничего нету. Так, ты кто? Еще один фаер. Вообще шикарно. Все, значит, нормально мы с вами справимся. Пока месть нямать вообще ничего не будем. Возьмем в руки умный уголек. Так, а дай мне что-нибудь тут интересное. Не знаю, типа РПГ, калаша. Что-нибудь такого плана. Ага, а здесь ничего нету, да? Здесь у нас с вами тупик. Возможно, тут есть пещера где-то. Сейчас мы сходим сюда, потом посмотрим там. Дрова вроде у нас с вами есть. Сколько штучек? Одна штучка, да, по-моему? Да, одна штучка. Давай разломать. Мне главное, чтобы у меня перегруза не было. Ага, у меня есть перегруз. Вот это вот уже плохо. И что мы делаем с вами? Мы с вами... где ты? Дрова. Где у нас дрова находится? Вот, дрова, бросить вот, вот так вот, как-то хотя бы одну штучку. Грибы нужны в любом случае. Они вроде мало весят. Так что давайте с вами пособираем. Потому что в дальнейшем у нас их не будет возможности это с вами делать. Так, мне нужно сделать так.
Кленовое деревце, клен. А мне, по-моему... Мне, по-моему, для того, чтобы сделать себе лук... Молодой клен. О! Ребят, ребят, а мы возвращаемся назад. А мы с вами возвращаемся назад. Мы сейчас возьмем клен. Пару дней подождем и сделаем себе лук. А лучше, наверное, два штуки. Я так понимаю, в любом случае он портится. Так что давайте. Давай даже это поразламываем. Дрова нам нужны будут. Пусть будет перегруз, ну ладно. Тут уже ничего не поделаешь. Сейчас возвращаемся назад. Ой, ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой-ой. Поджечь. Вряд ли это унесу. Унесешь? Не перезаживай, унесешь. Нам нужно будет потом греться с тобой. Так что давай, пошли за остальными дровами. Будет, конечно, это все медленно проходить, но нужно будет в этой серии сделать себе лук. И пробовать как-то разбираться с этими волками. Все, хорошо. Я просто не знаю, сколько сохнут наши дрова. Ну, то есть, сколько дней мне надо будет ждать. Да плюс в доме мы не можем развести огонь. К сожалению. Так, грибы. Ладно, грибы мы уже не насобираем. По-моему, нам в эту сторону. Да, тут, по-моему, мост, и нам в эту сторону. Возвращаемся на базу. Сами понимаете, что без лука мне куда-то дальше двигать. Так я хотя бы кину перед собой факел и... Попробую забаранить нашего волка. А так придется постоянно убегать от него. Так, не знаю, как вам. Я понимаю, что вы ничего не видите. Давай, наверное, возьмем один фальшфейер на всякие пожарные. Блин, я знаю, что вам не видно ничего. Ладно, давай лампу зажжем. А потом, если что, будем использовать фальшфейер против волка. Сделаем себе лук, забараним его, возьмем шкуру с него, положим. И пойдем дальше исследовать. И, если не ошибаюсь, у нас, по-моему, там в доме, где мы оставляли, было еще три шкуры. Либо две, либо три шкуры волка. Как раз можем вернуться потом назад, сделать себе волчью шубу. И нам будет реально теплее. Блин, может, я зря трачу лампу, как думаете? Может, факел лучше взять? Может, реально лучше с факелом. Так, хоть мы бросим и сразу возьмем с собой этого. Как его? Фальшфейер. Так, а сейчас бы вспомнить, куда конкретно идти. Слева тупик, по-моему, да? Тоскливая развилка. Так, где мы? Налево тупик, нам направо, по-моему. Или нет? Так, вижу машину. Ага, да, во-во-во, вот вот эта вот тоскливая развилка. Так, что это? Отлично. Мне интересно, ну, возле костра оно сохнет быстрее, либо нет? Так, 9% прошло, 32. Давай тогда мы с вами... Где наши палочки? Так, действие.
собрать. Назад, ага. Во, нужно будет просушить одежду. Заодно и просушим одежду. Одену шипалки. Я таки извиняюсь. Я же их вроде собирал. Не понял. А, вот вы где. Бросить, бросить. Все, 1%. И да, и здесь я, к сожалению, костер, как вы видите, развести не могу. Вот это вот печалька. А, это у меня использованный был. Так, интересно. Интересно, интересно. Плюс 0,8. Хорошо. Так, давай тогда ты тут сохни. Давай мы с вами понямаем. Может, даже, возможно, сейчас понямаем возле костра. А ты у нас будешь сохнуть 1%. Нужно что-то оставить. Погоди, ты оставлять. Сейчас мы с вами просохнем. Давай с помощью факела, труд. И палочки. Заодно сейчас кашу разогреем себе. Чаек разогреем и согреемся. Блин, реально надо будет подождать эти дни, чтобы сделать... Камон, камон, камон. Чтобы сделать себе лук. Без него не вижу смысла дальше идти. А желательно, наверное, два штуки. Хотя я, наверное, лук не сделаю, у меня кишок вроде нету, да? Да что такое? Где палки? Блин, вот это я, по-моему, не учел. У меня вроде нету с собой палок. Но мы можем сюда вернуться. Чатик, не палок, а кишок. Вы издеваетесь? Я ничего не могу развести огонь. Сколько я всего потратил. Мне просохнуть надо. Сейчас посмотрим, если нам нужны будут кишки. У меня есть высохшие. Ну, вы знаете, где они находятся. Придется туда возвращаться. Давай пока на 3 часа. Присядем, погреемся возле бочки. И посмотрим, что нам нужно для нашего лука. Высушенные кишки 2 штуки, да. То есть нужно будет в любом случае возвращаться назад. Там, где мы его оставили. Где мы кишки оставили. Так, хорошо. Давай выбрать. Назад. Готовить. Разогреть. Подождать до готовности. Съесть. Все, хорошо. Согревание пошло. Угу, водичка не то. Чашечку чая давай, наверное. Не, чашку чая трогать не будем. У нас вроде вода еще есть. Нужно будет сейчас еще закипятить. Еда тоже вроде бы есть еще. Вот у меня сколько много овсянки есть. Хорошо. Я думаю, нету смысла, да, овсянку. Овсяная каша готовить не то, да? Почему? Выбрать назад. Может, из-за того, что... А я могу разогреть овсянку, либо не могу? Или мне нужна банка? Так, готовить не то. Забрать, разложить. Ну да, не могу овсянку себе разогреть. Ну ладно, ладно. Тогда просто погреемся. Высыхает же потихонечку. Я надеюсь. Так, что по поводу водички у нас? Вода, вода, 0,36 литра. Хорошо, нужно готовить воду. Нужно 2 литра готовить.
Это что такое? Это что такое? А ты кто? Ты никто, да? Что-то это меня все напрягает, ребят. А давайте внутрь зайдем. Так, давайте зайдем внутрь. Давайте тут поспим, наверное, сейчас с вами. Только поедим сначала. Давай тебя съедим. И нам на 10 часов этого должно хватить. Все, сон. Сон. Кленовое дерево 5%. 39. 5% за 10 часов. Божечки, сколько ж это долго. Насколько ж это долго, ребят. Может, мы пока мисс просто... Такое чувство, что волки рядом ходят. Может, мы просто пока мисс оставим здесь это все. И сами отправимся. Путь, как думаете? Так, хорошо, чем мы можем тут заниматься? Повязка из старого мха. Ну, давай начать делать. Может, реально оставим здесь это все, и пусть оно лежит себе спокойно. А потом, когда будем возвращаться, уже заберем все готовое. Возможно, там бы, где было бы тепло, оно быстрее бы это все делало. Так, труд. Ну, к сожалению, как-то так. Так. Ладно, сытость, риск растяжения. 42, 35, 10 килограмм. Чего мне 10 килограмм? Бревен или чего? Чего у меня лишнего 10 кг? Так. Бросить все. Угу. Так, значит, мы с вами нямаем. Пьем водичку. Так, есть. Хорошо. Есть батончик. Все, отлично. Тогда мы делаем так с вами. Берем опять же с вами спальный мешок. Где ты можешь тут? Тихо. Вот так. Сон. Во-первых, мы... Хотел сказать, во-первых, мы сохраняемся с вами. Ладно, подождать 2 часика. Так, отмена, сон. Все, мы с вами сохранились. Забираем, давай, спальный мешок. Оставляем здесь дрова, пусть просыхает. Как раз на 2 лука у нас с вами будет. Плюс дрова есть, если что, прийти потом сюда. Давай, наверное, на крайняк мы с вами еще оставим палочки, бросить штучки. Вот так вот. Это для того, чтобы было что потом полить, мало ли не найдем. И рожжик. Нужно будет бросить 2 штучки. Все, пошлите отсюда, дальше исследовать. Так, мы пришли оттуда, да, с вами? Сюда, получается, у нас идет выход. Просто в чем прикол? Мне бы вот эту вот штуку выбрать бы. Чтобы я понимал, куда мне нужно будет идти. На выход. Вот так вот. Все, вот так у нас выход будет. Вот туда. Дальше у нас там тупик. Возвращаемся туда назад. Надо было, конечно, чайку сделать, наверное, чтобы согреться. Ну ладно. Не будем тратить на это с вами время. Вообще ничего не видно.
Блин, долго просыхает, конечно, наши ветки. Так, ага, здесь тоже метка. А сколько у меня баллончиков с собой? Один, по-моему, да? Не, убрать. Сколько у нас с вами баллончиков? По-моему, один. 50%, ага, мало осталось. Где-то, конечно, у нас еще есть в домах, но к ним далеко идти. Нужно будет, когда закончится еда, задуматься о том, чтобы ловить либо кроликов, либо кого-то. Потому что рано или поздно у нас это все позаканчивается. У нас мало всего этого. Стоять. А лучше, наверное, вот так вот. Так, с правой стороны мы с вами были. Мы тут ветки нашли, правильно я понимаю? Аккумулятор, металл. Аккумулятор, металл. Мне металл вроде бы пока не нужен. Давай тут посмотрим, что тут есть. Кто это? Ты серьезно? Ты прям серьезно, да, говоришь это? А как мне тут исследовать это все, если здесь кругом волки? Может, мне не надо здесь ходить? Вы думаете? Или надо? Ну, дальше там тоже тупик, насколько я помню. Значит, мне вниз. То где-то должен быть переход на следующую локацию. Если это, насколько я думаю, Волчья гора, мне нужно в Пепельный каньон. А как мне пройти в Пепельный каньон? Ёб твою. Угу. Здорово, братиш. Шо ты тут? Как ты тут? Давай, наверное, мы с тобой зарисуем это все. Невозможно ввиду плохой видимости. Слышь, волчара, а ты не хочешь дернуть отсюда? А что будет, если я в него камушком кину? Тихо. Тихонечко. Хватит звать своих. Ага, то есть он позвал своих, да, я так понимаю? Так, а ну. Дерни отсюда. Во, молодец. Просто возьми и дерни отсюда. Зря, наверное, я пошел в такую погоду. Ладно, собираем шиповник. Пригодится. Пригодится. Ага, а у вас тут парочка, да, я смотрю? Я и Сара, клёва пара. Так, березка. Но березка мне нужна будет для... Чисто для лука... Для стрел. Ага, все, поймал зайку. Я надеюсь, ты доволен будешь. Так, ладно, давай как-то бродить, ходить, смотреть, что здесь находится. На одном месте, я думаю, нам задерживаться не стоит. Пока мисс у нас есть факел. Ой, а только не ври, что ты потух. Не, пожалуйста, только не ври, что ты потух. Хорошо. Мне бы вот тут бы зарисовать бы, понимаете? Может, подождем немножко? Так, подождать. Хорошо.
Все, есть. Зарисовали. Да, потратили фаер с вами впустую, наверное. Ну, зато и зарисовали. Так, хорошо. Надеюсь, мы с вами правильно идем. В систему пещер. Хорошо. Мне нужна стрелка, чтобы я понимал, что нам нужно будет вот сюда потом с вами. Оттуда забрали. Вот система пещер. Хорошо, давай посмотрим, что здесь. Может, в этой пещере и переночуем сегодня. Так, метку я там поставил. Главное, чтобы там медведя не было, потому что я еще одной встречи, я думаю, мы с ним не переживем. А так как у нас это кайфовое выживание, а не убегает медведя, то думаю, лучше не стоит, да? Так, зарисовать. Я боюсь, просто если я сейчас туда пойду, я, ребят, заблужусь. А мне бы этого не хотелось. Ёб твою. Все, до побачення. Есть, хорошо. Хорошо. Теперь берем с вами вот так вот, зажигаем. Можем себе позволить. Я здесь могу зарисовать что-то? Нет, в помещении не могу. Ну и ладушки. Ладно. Пойдемте. Так, там костер вижу. Так, Мишка, лучше не попадайся нам, еловая ветвь. Костер, топорик. И мы поймали перегруз. Ага, еловая ветвь, топорик, и мы поймали перегруз. Давайте смотреть, что нас там ждет. Блин, не знаю, чтобы его оставить такое. Чтобы его такое поставить бы. Чтобы не таскать с собой. Так, действие собрать. Действие бросить. Давайте куда-то сюда. Вот так вот. Все, чтоб ты нам не мешал. Идемте смотреть. Но топорик я в любом случае хочу забрать. Как бы там ни было, я хочу его с собой забрать. Так, ага. Можно было бы, конечно, пару дней в пещерах посидеть бы, да? Может, так и сделать? Зажечь костер, посидеть у костра, просохнуть. Блин, повязок у меня очень много. Прям максимально. Я их столько и не использую, наверное. Я уверен, что мы с вами столько и не используем. Это что? Тут и налево, и направо, да, есть? Ага, ну не. А нет, есть. Ладно, идем сюда. Знал бы, взял с собой бы краски, наверное, чтобы не заблудиться. Так, вот проход есть. И идемте назад посмотрим.
Здесь вроде тоже где-то проход был. Тут тоже, ага. Вот еще проход. Он закрыт, да? А нет, или открытый. Блин, ну я по-любому заблужу сейчас тут. Я уверен. Ага, здесь тупик, хорошо. И что-то нам дает? Блин, жалко, тут нельзя углем рисовать себе стрелки. То есть, типа, прямо-прямо, налево-прямо. А нужно чисто банкой с краской это все делать. Это все? Это вся пещера? Это... Типа мы просто топорик с вами нашли. А это выход или что это? Факел какой-то. Покинуть пещеру. А ну. А ну. А где мы? Перевал смотрителя, север. Перевал смотрителя. Во-первых, давай зарисуем. Ага. Перевал смотрителя. Блин, не туда. Перевал смотрителя. Пепельный каньон. Шоссе, загадочное озеро, забитое. Где мы? Алло, игра. Ой. Где мы находимся? Скажи мне, пожалуйста. Так, я вижу оленью тушу. И с помощью я с помощью топора могу, вроде бы, если не ошибаюсь, добыть себе и мясо, и шкуру, и кишки, да? Давай соберем. Сейчас, секунду, ребят. Похоже, что-то придется бросить. Нет, я не хочу ничего бросать. Бросать я вообще ничего не хочу. Запах у меня две штуки. Ладно. Так, нужно будет себе как-то пометить, что здесь у нас есть. Что у нас здесь есть проход. У нас здесь есть проход. Угу. Система в пещеру. Как думаете, я не забуду, что у меня здесь проход сюда можно сделать, либо не забуду? Я просто не знаю, где мы с вами находимся, если честно. Вот максимально не знаем. И угля у нас мало уже, чтобы полностью все зарисовать. Ладно, ладно, идемте так. Сейчас где-то остановимся, пожарим мясо. Может, найдем какой-то домик. Посидим там пару дней с вами. Может, начнем охотиться. Я хочу просто подождать, пока мисс у нас высохнет с вами весь этот, как его... Все бревна высохнут. Сделать... Не туда зашел. Сделать себе лук. И уже спокойно ходить. Да, наверное, желательно позабирать бы все свои схроны. Все свои схроны позабирать.
удалить метки, если метки вообще удаляются, и двигать куда-то в другую сторону. Я просто реально не могу понять, что это за прикол, почему здесь у меня перевал смотрителя. Перевал смотрителя, перевал смотрителя. Где мы находимся? Непонятно, непонятно. Но главное, ой. Главное, что идем же, правильно? Главное, что идем. А вот и зайка. А вот и наш зайка. Ты что, убежал? Ты серьезно? Ля, ты зайка. Зайка, зайка, погоди. Ладно, я ж тебя все равно поймаю. Я ж тебя все равно поймаю, не сейчас, так через месяц. Сейчас я только камушки заберу. Патла, бесишь меня. Шустрее? Да, можно силки, конечно, ставить, я думаю, но... Но мы же не ищем легких путей, правильно? Вообще, вообще даже ни слова, ребят. Вообще ни одного слова больше, все. Все, тихо, тихо, тихо. Наконец-то. А вот ты попался. Ладно. Ладно, у нас запах 3. Запах 3. Короче, будем идти вперед, пока мне сидется. А там посмотрим. Угу. Что-то мы открыли с вами. Что-то мы с вами открыли. Нужно будет в конце пещеры потом поставить стрелочку, что нам в эту сторону. Так, у нас же вроде там дрова есть. Может разгрузить себя? Может реально здесь пожарить все? А разобрать зайку, пожарить все это безобразие. Я просто не знаю, куда мы с вами выйдем, честно. Мы-то куда-то должны будем выйти, а вот куда? Ну, почему мы так долго идем? Ага, а вот и выход. Что мы можем тут с тобой... Есть тут идти в обход, идти сюда. Идти туда. Осмотрена опасность. Разведение огня, аптечка. Так, охотничьи годы, материалы. Инструменты, материалы. Может, материалы здесь написать, чтобы оно было на карте. Видно, чтобы я знал, куда идти. Ну, пусть так будет. Давай, наверное, так и сделаем. Все, материалы. Это будем мы знать, что здесь у нас есть вход. Тогда что мы делаем? Мы берем здесь костер, разводим с вами. Где мы поудобнее можем костер с вами развести? Где-то... Ну, а где-то здесь. Так, палка, палка, спичка, палка. Давай. Сейчас нам будет оленя пожарить, зайку пожарить. Разобрать весь мех. И выложить здесь на просушку шкуру оленю, кишки и зайку. Так,
Не то. Добавить, добавить, добавить. Палка, палка. Разрушена, добавить. Так, час. Хорошо, разложить. Выбрать. Выбрать. 56, 50... Ага, 19 минут. Час 33. А у нас тут есть палочки, да? Есть. Нормально. Мы здесь с вами сейчас так и поступим. Положим здесь вашего зайку. Нашего оленя. И как раз, когда будем идти домой, позабираем это все. Надеюсь, его не украдут. Так, бросить. Бросить, бросить. Так, давай как-то вот так вот. Кишочки рядышком. Нужно будет сюда зайку еще положить. Надеюсь, их никто не съест. Алло, игра, дай возможность. Вот. Час 54. Подождать до готовности. Съесть. Сейчас наедимся от пуза. Сколько? 37 минут. А зайку мне разбирать. Где ты, зайка? Собрать по полкилограмма 8 минут. Давай вручную. Сейчас мы тебя тоже пожарим. Собрать. Так, назад. 6 минут, час. Хорошо. Надо будет баночки типа выкидать. Выбрать. 19 минут. Подождать до готовности. Съесть. Давайте чаек себе заварим. Заварим. Готовить чаек себе. Разогреть. Выпить. Взять. Водичка же у нас есть с вами еще, правильно я понимаю? Да, 2 литра еще есть. Хорошо. Готовить тушку кроликам. Нужно будет потом поспать. Часик. Поспать с вами часик. Сохраниться, во-первых. А во-вторых, разобрать дальше нашего зайку. Собрать, собрать. Час 20. Да, да, да. Собираем. Костер, конечно, потухнет, но соберем хотя бы уголь с него. Так, хорошо. Назад. Назад. Согревание. Окей. Где ты, где ты? Так, есть. До полного. Мне нужно скинуть вот эту вот штуку свежее. Бросить, бросить. Так, кишочки. Вот сюда. А мех твой давай мы... Вот все. Да. Свежая оленя кожа. А, вы не будете просыхать, да? Я так понял, вы просыхать не будете здесь. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. А если мы... Где-то вот здесь с вами... Блин, а. Дай сюда. Ну да. Ну да. Ну да, ну да, ну да. Ладно. Запах один остался. Хорошо.
Взять древесный уголь, костер, разломать. Ладно, идем дальше. Ну, что я поделать могу? Идем дальше. Я думал, они здесь просохнут. А они здесь сохнуть не хотят. Ну, все равно будем знать, что здесь находится пещера. Ладно. Возможно, если мы найдем сейчас домик, я, может, на этой локации потусуюсь. Пару дней попробую выловить всю живность. И дальше будем что-то думать. Потому что реально я думал, что у нас получится с вами. Ага, вот еще зайки. Что реально у нас с вами получится высушить. Так. Мне нужно стрелку. Стрелку вот сюда, вот. Жалко, конечно, на карте видно не будет, да? Ну. Ну ладно, мне здесь тоже нужно ставить какую-то метку. Ставить какую-то метку. Идти в обход. Одежда. Инструменты, запас, материалы. Давай, наверное, вот это вот здесь сделаем. Вот так вот, чтобы я знал, что оно здесь есть. Назад, хорошо. И мы вроде можем с вами сделать даже... даже сможем сделать вот так вот, ля. Отлично, отлично. Теперь я буду знать, что здесь у нас вход. Так, зайка. Так, я что-то бросил. Ага, кишки я бросил. Как бы странно это ни звучало, бросил кишки. Сейчас поймаем 4 заек. И попробуем дальше куда-то пройти с вами. Да, это будет, конечно, долго и нудно сейчас, я думаю. А что поделать? Попаду? Угу, попал. Проверяй, бет. Проверяй, попал, ля. Прям всех попал. Сразу одним камнем. Прям сразу одним камнем всех и попал. Ну ладно. Зайки, дон достали библиотека. О! Во-во-во, правильно. Правильно, зайчик. Так и нужно. Наверное, не донесу столько. Да донесешь. Мы уже проверяли, что донесешь. С этим у нас, в принципе, все хорошо. А где остальные зайки? Ага, вот вы где. Наверное, грибы тоже надо собирать. О, а я вижу какой-то домик. Я вижу какой-то домик, не поверите. Может, мы тут и обоснуемся на пару дней, как думаете? Дрова вроде тоже есть у нас. Прости, ну прости, надо. Но мне нямать что-то ж надо, правильно? Надо. Тем более, как раз есть домик. Угу. Почти. Здесь бы можно было псилки, конечно, я думаю, поставить нам бы. Вот в этом месте.
Но силков у меня нету, к сожалению. Не помните, куда он побежал? Нет, не видели? Вы не видели, куда наш зайка побежал? Ну, наверх, наверное. Ладно, идемте наверх. Идемте наверх, так. Встань, быстрее, быстрее, быстрее. Все, есть. Хорошо. С зайкой мы справились. Теперь собираем дрова все, которые здесь есть у нас. По максимуму. В принципе, покушать нам здесь будет что. Пока мест топор трогать не будем. У нас, по-моему, где-то топор еще один должен был лежать, правильно? Если не ошибаюсь, вроде топор еще где-то должен был лежать. Надо будет потом наточить как раз топор. Пилу. Использовать весь точильный камень. Я понимаю, что ты еле держишься, но нужно собирать. Мы как тут будем с вами 3 дня проходить? Или 3 или 4 дня, как мы здесь будем проживать с вами? Надо будет собрать. Я сейчас буду орать, если... Если тот домик закрыт, туда зайти нельзя. Я реально буду орать. Прям голосину. Так, хорошо. Идемте. Плохо то, что у меня краски осталось буквально чуть-чуть. И что я не смогу себе делать эти пометки. Вот это вот что плохо. Нужно будет с чаями заняться. Всем этим заняться. Так ты шуля, я пилу нашел? А я могу ее забрать? Дай пилу, пожалуйста. Алло. Игра, это моя пила, отдай. Прикинь, не хочет. Угу, ладно. Так, не туда, вот сюда. Хорошо. Блин, оно разрушенное. Давай, наверное, заберем и тебя. А вот и баллон с краской. Отлично. Отлично. Древесина. Кровать обыскать. Есть контакт. Уголь даже нашли. Фасоль, котелок. Забрать, но я должен по-любому забрать его. Так, ну здесь мы, наверное, с вами обоснуемся на пару дней. Я сейчас только посмотрю, будут ли сохнуть тут кишки. Если да, то это будет хорошо. Как раз краску мы с вами нашли. Давай смотреть, будут ли сохнуть тут кишки. Ну, раз здесь тут есть кровать, значит, по идее, должны. Так, кишки бросить. Свежие кишки. Не, не хочешь? Не хочет. Ладно, ладно. Сон на часик. Надеюсь, минус 2, нам ничего страшного не будет. Так, мы с вами сохранились. Мы с вами сохранились. Ребят, давайте, наверное, на этом мы серию закончим. Домик плохой. Мне нужно где-то будет разобрать заек. Я, наверное, здесь потом в следующей серии с вами разберу заек. Пожарю мясо в дорогу нам, потому что еды у нас... Хотя овсянка есть. Ну, не, в любом случае, наверное, мы с вами нажарим мясо.
Как раз у нас перевес огромный. И дальше будем решать. Так что все, всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока и да потом, ребят.